Народ, всем здорово. Ну что, продолжим с вами оживлять планету. Какая была? Какая сейчас? Что, сейчас будем строить? Ёбаные гусли. Секунду. Так, у нас сейчас в приоритете задачи Риди собирать. Буду еды, что у меня? Ладно, еда-то у меня здесь есть. Тоже нет, вот что нам нужно. Значит, алюминий мне нужен. Два осмия. Топы. Два осмия. Бериневый стержень. Совета. Все, зашибись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подождем. Делается. Летел я пока отсюда. Столько слов, я не помню, что я хотел сделать. Ага, все, я понял, что я хотел сделать.
серы. А, о, сейчас это сделаем. Берем 4 серы. Воды. Проверим, как она там работает-то. Какие, блять, уже лианы пиздатые. Блять, один хлам. Давай, я думаю, оставшиеся разберем, ты много построим. Пошло-то все быстрее. Быстро-быстро уже идет. Вот. Подай закрепитель. Вот еще. Блин, ну вот хер знает. Вроде... Да. Вроде, блин, вот не знаю. Прикольно. Давай двигатель посмотрим. Баран, сука, суперсплав. Выясним.
Откуда? Это пока нет. Растение, вот что мне нужно. Увеличить распространение мухан. Вот. Или вот это вот. Вот тут мне нужно, значит, образец бактерий, мутаген, кора дерева и суперсплав. Дерево. Агент. Ой. Три воды. Так, еще один суперсплав нужен. Кобальт, железо, магний. Кобальт, железо, чпыньк. Бля, по идее все собрал. Просто ничего не летит. Менять свойства планеты.
Кстати, пока водишь здесь свои норы. Столько. Всем, блин, надо долго с собака. Никак не постоишь. Что делать-то? Сюда можно будет всякий мусор скидывать. Пока нормально. Погоди, а что я хотел сделать-то? Там алюминий дохуя. Пока не понимаю, как он работает.
поилку на воде ставить? Сколько мы отыграли там? 20 минут. В принципе, я думаю, пока. Пока нормально. Что хотели в этой серии, мы сделали. В следующей серии тогда познакомим ресурсом и пойдем на эту. На точку. Посмотрим, что будет. И ты че. Ничего. Не, открылось. Экзоскелет. Блять, ну тут пиздец. Ладно, будем иметь в виду. Народ, давайте. Тогда до следующей серии. В этой серии так. Мальцы поработали плодотворно. Но, в следующей серии.